Приветствую всех у себя на канале. В общем, сегодня среди недели я выбрался на рыбалку. Но не совсем на рыбалку. Хочу отдохнуть. Вот. Поездить вдоль Белой. Поискать интересные места. Выехал в 5 утра. В 5 утра выехал. Пока проверил свои старые места на наличие рыбы, но не ловил. В общем, пока туда-сюда промотался, сейчас время уже 8:30, а выехал в 5 утра. То есть потерял часа 2. Нет, вру. Выехал в 6. Ну, 6 не было. В общем, часа 2 я потерял на поиск перспективных мест. Кстати, сергибус с солью вообще вещь. Весенние витамины. Нашел одно интересное озеро недалеко от Уфы. Надо будет его обязательно проверить на наличие хищника. Вот. Интересное озеро. Интересные подъезды. Можно подъехать, спокойно лодку оставить. В общем, пока колесил немножко. Немножко проголодался, конечно. Ну, сейчас, наверное, попью кофе. Просто кофе. И приехал я в конце концов на свое старое место в Первушино. Смотрю, дерево в воде. Течение небольшое, медленное. Думаю, как раз в конце дерева есть ямка. Прикормлюсь. Немножко взял прикормки, сварил пшена. Есть геркулес. Шары накатаю. Как обычно, все закормлюсь. Нормально должно быть. Что еще хочется сказать? На фидер не хочу сегодня вообще упираться в рыбалку. Хочу просто отдохнуть. У меня 2 недели выходных. Хочу сегодня отдохнуть, расслабиться. Может, удастся поймать рыбы. Просто хочу немножко отдохнуть, кайфануть, посидеть на природе. Погода сегодня неплохая, достаточно солнечно. Поэтому не знаю, буду снимать рыбалку или нет, но высота слишком высоко спускаться. И место там неудобное для камеры. Поэтому рыбалку, наверное, не буду особо снимать. Ну, посмотрим, под настроение. Ну, а пока вот так, сейчас немножко попьем кофе. Замешаем пока корм. Спустимся, прикормим. Оставайтесь на канале. Взял сегодня пикниковые всякие вещи. Стол. Шезлонг. Чтобы отдохнуть в удовольствие можно было. Так, кофе сварим. Кстати, если удастся собрать крапивы свежий. В принципе, все есть для весеннего крапивного супа. Особо ничего с собой готовить не взял. Взял пару стейков говяжьих. Ну, попробуем что-нибудь приготовить из весенних дикоросов. Такую рассыпчатую я творил.
нормально будет. Да, в качестве базовой приконки у нас будет пойдет. Базовая приконка чуть-чуть буквально для запаха. Не думаю, что сильно надо будет ставить. Так, сделаем. Раз и закрылся. Удобный, кстати, замочек, зип-пакет. Вот такая приколка у нас сейчас. Водички, походу, придется добавить. Пусть она у нас настаивается. Пшенка пусть пропитывается запах прикормки пока. Добавлю воды, наверное. Хотя там, наверное, глина сырая на берегу. Нормально. Такая рассыпчатая. Ну так, в перспективе, я думаю, в лучшем случае это будет голавль. Сорожка. Ну, не крупная, наверное, будет. Если подойдет. Густерка. Ну, чухонька, как всегда. Чисто погонять поплавок, отдохнуть, полюбоваться природой, весной, сварить крапивного супа, сделать лесной чай, благо он земляника растет, шиповничек есть, есть чага, в общем, программа у нас сегодня культур-мультур. Пахнет хорошо. С добавлением кукурузы. Кстати, есть кукуруза у меня еще, да, надо взять. Подсак, ребятки, обязательно. Это обычно, как правило, ладно, там собирать его. Как всегда, он где-нибудь лежит в багажнике. И в нужный момент у тебя происходит такая хорошая поклевка, а на реке ты, допустим, один или в лодке, а подсак у тебя на берегу. Поэтому сразу подсак готовим. Такой подсак у нас. Спасибо Ренату за такой отличный подарочек. То, что надо. Ладно, пока клёва нет, решил собрать я свежей крапивы и на обед приготовить суп свежей молодой крапивы. В общем, впервые ушел на своем месте. Я сначала остановился, прикормил, все по правилам сделал, но кроме чухони, которая доставала, в принципе, ничего клевать не хотела. Надеялся на голавля. У голавля что-то. То ли вода мутная еще. Серия дождей была. Поэтому, может быть, не хочет клевать вода. Холодное или давление, или еще что. Но повторюсь, сегодня я отдыхаю. Получится рыбалка, получится, не получится, значит, не получится. Объехал кучу мест вдоль берега. Мам место объездил. О, время. Время ближе к часу. Сейчас чай, наверное, попьем. Или даже, наверное, лучше кофе. 10 километров вниз по течению съездил. Вплоть до
по-моему, кармасан там река течет. Вплоть до этой, до этого места. На кармасане ничего особенного я не заметил. Поэтому решил вернуться сюда, снова в Первушино. Сел под недалеко от артельщиков. Поставил тент от солнышка, чтобы была возможность спокойно в пенечке с комфортом посидеть. Проголодался, в общем, туда-сюда катаясь. Сейчас, пожалуй, приготовим супец. В данном случае мы сейчас порежем мелко-мелко крапиву. Вот так-то я. Сечеринки уберем. Отлично. Готовить много не буду, наверное, так слегонца подкрепиться. Собрал-то, конечно, много. Но... Так, и сейчас, наверное, мы поджарочку, чтобы у нас был более-менее наваристый суп. Поджарочку сейчас организуем. Немножко картошки положим и все это дело в конце приправим яйцом. Ну и морковка с луком придаст некий такой колор. А пока закинем сразу картофанчик. Картофанчик закинем, почистим. Почему на газе? Потому что с травами здесь проблемы. Да и пожароопасный период у нас. Поэтому не стоит пренебрегать рекомендации пожарных. Почистил сергибус. Сейчас солью захомячу. Вообще вещь. Вот там чистый. С лучком. Вообще вещь. Пару стеблей почищу, бросил. Для пикантности в суп. Так, отлично. Этот съедим. Классно. Добавим маленько вот этого. Так, посмотрим. Вот такой у нас кемпинг. Зелень закладывать.
Вот так вот мощно мы все улем. Все. Суп готов. Такой вот наваристый получился. Так, настает ответственный момент. Отличный запах. А, сейчас наемся наконец-то за весь день-то. Так, хлебушек. Хлебушек. Перемешаем все это. И пусть остывает. Ну, а вкус обалденный. Давно такое суп не было. Пришла пора заварить чай на лесных травах. Все отправляем сюда. Немножко вскипятим и дадим настояться. Водицы добавим, чтобы чашки на две. Вот так как раз. Наевшись супа, напьемся чая. На травяной чай появился. Цвет хороший. Что-то там застрял. Такой золотистый такой. Чай получился отличный. В любом случае, оставайтесь на канале, продолжение следует. В общем, дурная голова покоя ногам не дает. Решил я все-таки проверить еще свое одно место. Фух, и здесь, наверное, уже останусь до вечера. Приготовлю мясо, ну и всякое такое остальное. Ну, вот закинул, ну вот сорожка поклевывает, первушина ниже по течению. Не клевала вообще ничего. Здесь, пожалуйста, мелкая сорожка клюет. Страшная вещь. Подумал, что он это вещь может. Жалко. Хорошее мясо. Весь день мариновалось. Видно будет, если испортится. Что-то я не пойму, что за рыба. Пока там сидел, занимался костром. Елец, что ли? Походу да, ельчик. Ладно, супер. Так, ладно, забьем пока. Пока кормим. Забьем кормушку. Насадим парыша. Ладно, пока суть до дела, займемся мясом. Мясо уже давно замариновалось. Сейчас мы его... Два аппетитных кусочка. Такая обычная душманская сеточка. И на нее просто положу парочку своих. Вот так. Раз. Thank you.
легкой прожарочки такой. Эх. В общем, вот так вот. Чуть-чуть розовенько. Чисто по-спартански. Что-то хорошее. Как только присел поесть, сопротивляется. Классический случай. Подсак наверху. И у нас стоп. Небольшой бонус. Хорошая такая сорожка для уезжающего человека домой. Да, хорошая. Такая хорошая, достойная сорожка. Таких мало было сегодня, но есть. Ее мы обязательно выпустим. После фотографирования. Всем удачи. Так, идем, красавица, эти. Попробую. Торпедой. Молодец. Но все-таки едем не за рыбалкой, едем отдохнуть. Нужно очень грамотно совмещать в один день, чтобы был и отдых, и рыбалка. Потому что рыбалка — это все-таки такой достаточно тяжелый труд. Целый день, может быть, и сутки сидеть, ждать, кормить. Когда не клюет, настроение падает. Но тем не менее нужно научиться уделять время питанию, отдыху, рыбалке, самой рыбалке. Вот такие мои мысли на сегодняшний день. Я отлично отдохнул сегодня, честно говоря. Поэтому заряда мне хватит на неделю. Может быть, если кто-то позовет. Пятница на субботу обещает тоже неплохую погоду, типа как сегодня. Поэтому можно будет еще раз съездить. А так надо ждать 6 числа. Лодку на воду, спиннинг, зубы и вперед. Но сегодня не зря прокатился, сжег бензин. Нашел я озерцо, которого, кстати, нет на карте. Интересное, продолговатое, достаточно широкое озеро. Я думаю, там хищник обязательно должен присутствовать. Ну а пока что не сидите дома, отдыхайте. Лето на носу. Скоро июнь. Впереди 3 летних месяца. Поэтому я надеюсь, что это будет чаще. По видеосъемке, по кемпингу. Всем удачи, всем пока.